Судьбы знамение свершится, день судный близок, оглянись. Муслим с познанием послушен, правдивый святой хадис. Жил много сотен лет назад народа праведный правитель. Муса пророком Божьим был, сердец от скверны избавитель. И уме он вещал знамения, на радость Раила сыны, внимая проповеди, были заветом Господа верны. И был среди них великий грешник, заветом свыше не внимал. Заблудший от дороги вечной, на путь невежества он стал. Но вот свершилось предписание в назначенный судьбою час. Нежданно смерть его настигла, и жизни луч его угас. И повелел тогда посланник обряд не совершать над ним, не хоронить и бросить тело в пример муминам остальным. Он этой участи достоин, презренным грешником он был. Собравшимся пророк промолвил, иного он не заслужил. Его убежище гиена, в аду гореть ему всегда. Сады и блаженства райских гурий ему не видеть никогда. И в час, когда, свершив молитву, пророка милости просил, с посланием праведным явился великий ангел Джабраил. Всевышнего благословения приветствую тебя, пророк. Народ свой призывай к спасению, неумолим грядущий рок. Избранник Господа миров, тебе Аллах повелевает немедленно предать земле. Душа которого страдает, того невежду нечестивца, что он не схоронен на показ. Сам схорони, как подобает, таков Всевышнего приказ. Веление Господа исполнил пророк беспрекословно вмиг. И завершив обряд священный, он низко головой поник. Его же мучили сомнения того, что было суждено. К нему святое откровение от Господа вдруг снизошло. О мой посланник, увещатель, печален и смущен твой вид. О чем задумался так сильно и душу, что твою томит? Пророк промолвил, о Всевышний, я не могу никак понять, за что пригрешного невежду я должен был земле предать. Другим муминам назидание его я облик осквернил, ведь он достоин наказания за те грехи, что совершил. Ты прав, он за свои деяния быть должен в пламени огня, но ждет какое воздаяние, непредсказуема судьба. Когда был срок его исписан,
к нему явился Азраил. И прежде чем с душой проститься, тот грешник искренне взмолил: «О Боже, я молю тебя!» Настал конец, и жизнь промчалась, в забвении жизнь моя прошла. Смятение лишь в душе осталось, поддавшись воле искушения. Свой срок предписанный прожил, вкусив услады наслаждения, соблазну обольстясь грешил. В невежество я устремился тропою скверный, о Аллах, и за поступки я стыдился покаяться в своих грехах. Но всей душой в тебя я верил и никогда не отрицал твое могущество над миром, хоть и на путь неверный стал. И вот теперь к тебе взываю в последний предсмертный час, и всей прокорностью стонаю: прошу, прости меня сейчас. За то, что искренне раскаясь, тот грешник душу исцелил, с надеждой к милости взывая, я все грехи ему простил. И от огня его избавил, и милость не спослал свою, в блаженный мир его направил, теперь прибудет он в раю. Пророк услышал откровение, с покорностью склонил глаза, от чувств нахлынувших мгновений скатилась по щеке слеза. Посланник размышлял о вечном, как непредвидима судьба, и как к рабам своим безмерно Аллаха милость велика. Муслимы, внемлите хадису, ведь наша жизнь греха полна, а день суда уже так близок, в тот день воздастся нам сполна. Настанет час неумолимо, и солнце с запада взойдет, свершится грозное знамение, срок покаяния истечет. Взывай же Господу покорно, Аллах прощающий велик, и преклоняясь пред Всевышним, в молитвах обращай свой лик. Судьбы знамение свершится, день судный близок, оглянись, муслим с познанием послушай правдивый и святой хадис.